Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Владимир Яковлев во вратарской рамке играл 17 лет, и все это время за один клуб – Куйбышевский СКА. Абсолютный рекорд по продолжительности выступления за одну команду. Неоднократно Яковлев становился лучшим голкипером советских и международных турниров. Сегодня Владимиру Сергеевичу 70. Он по-прежнему приходит на родную ледовую арену ЦСКА ВВС посмотреть, как тренируется и играет его команда мастеров. Это, ну, действительно легенда вратарского искусства, потому что раньше вратаре не было учебных пособий. Вратари учились друг у друга, обладал надежностью, хорошей реакцией, умел очень прилично читал игру. На него злились нападающие, иногда прессинговали, жестко играли с ним. Владимир Яковлев, вратарь от Бога, на него ходил смотреть весь спортивный Куйбышев. Билеты спекулянта продавали втридорога. Тем не менее, свободных мест не было, зрители стояли в проходах. Особый интерес вызывала его игра у начинающих и молодых вратарей. Они ловили каждое его движение и старались в своих играх применять его секретные приемы. Я бы в стеночку, наверное, так вот, в стеночку. Вот, штыками. Да, вот это я сам придумал, наверное. Может, без меня, может, я давно еще до армии даже придумал эту стеночку. Сначала не получалось, заранее ложился, меня перебрался, а потом уже... Ты что, братан, что родился? Ловишь. Хороший парень и уникальный статист хоккейных поединков – это тоже про куйбышевского голкипера Владимира Яковлева. На память он помнил все голы и фамилии бомбардиров соревнований. Против него играли такие звезды советского хоккея, как Фирсов, Петров, Харламов и Третьяк. Он выходил на лед и творил чудеса. Такие, как вот, я хочу сказать, игра с ЦСКА показательная. Там они два периода не могли забросить никак. Потом уже подустал, видать. Ну, возраст берет свое. Вот. Пропустил три, мы проиграли 1-3, достойные. Куйбышевского вратаря пытались перекупить многие команды большого советского хоккея. Особенно за ним охотился столичный ЦСКА. После одной из товарищеских встреч Владимир Яковлев мог сменить клуб военных летчиков на армейский. Но остался. «Я однолюб», признается юбиляр, как в жизни, так и в хоккее. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.